Хей, гайс, в мышке мы продолжаем бродить игру под названием Железный Человек. Даже, скорее всего, заканчивать в этой серии. Так, давайте посмотрим бонусы, что у нас там. Новую броню не дают. Не пойму... Не дают мне почему-то выбрать. Я не знаю почему. Ладно, фиг его. Уровень. Фронт. АБС вернулся в Star Industries. DLR получает ответа, а почему АИМ забрасывает так далеко в поисках источников энергии. В поисках источников энергии, что они... Что они хотят разработать? Не знаю. Поехали. Я помню, что ракеты когда можно было менять вот это оружие. They're probably not very happy about the fact that you're destroying their investments. Crimea River. Besides, they still don't have a power source like mine. Pepper, find out who's on the AIM payroll. I need a name for their systems designer. Yeah, that'll be easy. You can't just get that off the internet. No, I can't. But you will. I must talk to somebody. You said you finished the power source prototype. My engineers need a more complete version of the armor. No, they don't. You've got everything you need. If you can't send the prototype, then I have to assume you don't really have one. Of course we have one. Then send it. It's not that simple. Make it simple. Откуда взял тот терапевтический чувак из прошлой серии, не пойму. Может, это и есть мандарин, который в мультфильме главный враг был. Это и в фильме, скорее всего, знает. It's not money they want. Well, suffice to say, they could use a little. Where's the cappuccino machine? They want power. They want your weapons. Now we have a firm grasp of the obvious. Look, no money, no weapons. There's plenty of money in this world, but only one mind of Tony Stark. You have used that mind to design brilliant weapons. I create technology. Weapons are a byproduct. And now these men want the same. And you cannot blame them for wanting what you so clearly possess. Ага. Снова этот тип. Я думал, я с ним разобрался. О, новые танки какие-то. Какого черта здесь происходит? Это военное учение? Нет, Тони. На нас напали. Я не понимаю, оружие исчезло. Что они хотят? Последнее оружие, Пеппер. Костюм железного человека. Тони, стань здесь. Он пытался добраться к тебе. Пеппер, я хочу, чтобы ты вывела всех отсюда живо. Окей, Тони. Ты не планируешь ничего сумасшедшего? Опиши безумие. Тони, твой статус. Булский организовал атаку на мои... Индос. В общем, на меня. They just won't quit. Короче, мне просто нужно отбивать атаки, да? Так, слышу вертушку. I have Obadiah on the line. Hello, Tony. Don't blame me for this, Obadiah. You should have played ball, Tony.
You should have given me that suit. Don't be ridiculous. This suit is mine. The suit is the reason for these attacks, Tony. Don't you get it? You're the reason all this is happening. How do you know what AIM has been doing? Я не могу читать. I know a lot of things, Tony. Я знаю много, Тони, больше, чем ты. What are you talking о чем about? Это ты? Ты меня закрыл, Тони. Устроил костюм от меня. А, от всех нас. Ты думаешь, что потому что у тебя есть идея, он принадлежит тебе? Пеппер, я потерял обладание. У меня лишь голосовое. Попробуй еще. Тони Старк, куда ты пошел? Я никуда. А что мне сделать надо? Цели. Одолей Титанового. Мы тебя предупреждали, мы говорили. Убираться надо было. Слушай. Ты вмешался, Старк. Теперь... Ты мне... Так, подожди, давай, во-первых... Разберемся с его ребятками. Это Булски. Пришли подкрепление. Живо. Тони, это ты. Я иду. Пострелушки, пострелушки. Ой, попал. Ты кем себя возмыл? Но я не знаю, где миллионером. Плейбой. Это ко мне? Стейн. Работал с нами. Но даже он не мог дать нам то, что нужно сейчас. Обнаружена передача врага к Булсику. Идите подкрепление. А, отлично. О. Но они надоели, чё? Вижу вертолеты, Роди, скажи, что это? Ты. Извини, друг. Будет весело. Да, офигенно весело. Ай, Старк! Только это меня не остановит. Пеппер, где Стейн? Не знаю. Костюм поврежден, и я буду в мастерской. Найди Обадаю. Быстро. 10 минут. Ну и давайте продолжим. У нас там последняя, по идее, серия осталась. Ой, серия. Последний уровень. А им захвети Зен, бегнес ее в заложники на Неклюжинском станции. Без залупа всего одну задачу.
Спасти Зизер. Физер. Схизер. Изербар, броня Железного Человека. Шла на вызов. Рассказ 06. Короче, в комиксе 60, номер 66. Блин, где остальное оружие? Вообще не понимаю. Старт. Funny I didn't hear you knock, Obi. I had to talk to you. You have been working with AIM. Don't look so surprised. Why? Because you won't work with me, Tony. You're selfish. You always have been. You better get out of here, Stain. How could you do business with AIM? They are a sick bunch of... Don't get on your high horse, Tony. Stark Industries is no better than they are. Your Iron Man suit is an incredible invention. Your Mona Lisa. And you're keeping it to yourself. Imagine what the Pentagon could do with an army of Iron Men. And imagine what the bad guys could do. Can't control that. You can only make the best product possible and bring it to market first. You're gonna need to leave before I have you arrested. I have your original Iron Man suit. What? How? Some men will do anything for money, Tony. Even you should understand that. The suit is a marvel. Only one problem. No power source. Even money, it seems, can't produce one. We've tried. Nobody's as smart as you, Tony. And they never will be. Your life's been a waste, Tony. But your death will be a gift to the world. Тони, спокойно, ты вообще не должен был оставаться жив. Я должен найти Пеппера, она точно здесь. В этом нет сомнения, разведка говорит, это объект исследования АИМ. Я позабочусь об этом, а ты найди Стейн. Кажется, на вот этом я остановился, я этот уровень не мог пройти. Потому что чувак какой-то был летающий, вот этот, мандарин или кто он. Здесь кто он, не знаю. Куда-то постоянно улетал, я за ним лечу, и я постоянно проигрывал. И потому что я не знал, что делать. Вообще не знал. Посмотрим, смогу ли я пройти. Вижу врата снизу дамбы. Yes, sir. Да, сэр. Пипу-пипу. Врата открыты. О, манай там врагов уже. Ой, привет.
И? Я вот этих роботов вообще не помню. Когда я играл в детстве. Были они вообще? А, тут выше подняться можно. Any sign of Stain? Есть ли? Он исчез, забрав самолет Старк. Не плана полета. Странные роботы. Вообще не помню этих роботов в натуре. Ну хотя фиг его. Это место есть идея, где Пеппер. Не могу, Тони. У них меры противодействия, даже не вижу. Дарвис, что происходит? В зоне обнаружены три ЭМИ-передатчика, сэр. Мои системы ломаются. Эти нужно вырубить. Мне нужен радар, чтобы найти Пеппер и следы. Не рада. Кажется, что я говорю сам собой. Вау. Что? Что мне стреляет? А, тихо. Так, короче, по несколько ракет я использовать буду, да и все. Да ну, не гони. Ты можешь не врезаться, алло? Мне не обязательно с ними драться, просто... Передатчик уничтоженный. Система полностью работает. С возвращением. Это вызов Пеппер. Прием. Тони, Пеппер, ты должен уходить. Я уже не как приманка. Я никуда не пойду. Ты в порядке? Да, просто... Будь осторожнее, окей? Сиди. Я иду. Куда? Ты идешь. Помешать АИМ разрушить главную лабораторию. А, так это здоровое место, это все и есть лаборатория. Ладно, пофиг.
Сколько их еще будет? Наконец-то помешал. Отношенная атакующая ракета. Ракета нацелена на главные реакторы. Почему они целятся в свои реакторы? Пеппер внутри. И чё? Да я не ухожу. Я ракету уничтожаю. Думаю, так как они не по несколько штук падают, это легко. Это легко. Обнаружены новые ракеты. А им, наверное, в отчаянии, если делают такое. Если передут, что существует, я их похороню. Ну, ускорьте, ну хотя бы, я не знаю, по несколько ракет пускайте. Типа сначала одна, потом сразу вторая. Так интересно. Они просто тянут время. О, вот это уже пошло интересней. А, они вообще в те трубы целятся. Просто у меня радиус атаки. Обнаружена система запуска ракет, отмечена на радаре. Радар, я вырвал главный компьютер, это должно остановить ракеты. Отвечай, Тони. Конец. Все вышло из-под контроля. Я говорил с вашим... Смогу ли я... Нет, это моя ответственность. Тони. Я верну Пеппер домой. Почему я здесь помню, мандарин был? В смысле?
что еще есть уровни? Вы знаете, что степень... А ниже уровня нету, да? Или они не показаны? А на все, в том числе на зоже пожрал, аср в луже, Ладно, давайте, короче, мы на этом закончим. Если вдруг там коротенько, я тогда их объединю. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.